Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Alice Mayer. И, скорее всего, это у нас будет последняя заключающаяся серия, из-за того, что здесь у нас остается ровно одна дверь. С возвращением, все ключи возвращены, поистину колоссальная работа. Вещи из мира, но, похоже, не в этот раз. И страницы, о, кажется, только одна. Ну, это хорошо, просто это означает, что пустых страниц много. Получен черный блокнот. Теперь что ты будешь делать? Я представляю, ты довольно устал. Способ очнуться ото сна? Это не совсем сон, но да. Я могу рассказать тебе способ. Есть два пути, чтобы связать мир и твой мир. Один из них, ну, скажем, не твой вариант. Другой для Алис. Для Алис. Ранить тот ключ, в котором они чувствуют наибольшее зло. Вот, прошу. Получен ключ от своего мира. Так, правильно, я также открыл последнюю дверь. В какую сторону идти тебе, Алиса? Так, Алисы нестабильные в этом мире, так что если они остаются надолго, они обращаются в пену. Сладких снов. Окей, то есть теперь он у меня, если идет в вариант, то куда я могу пойти? Либо в последнюю дверь, либо вернуться. Давайте я сделаю вид, что я возвращаюсь. В смысле? Черный блокнот. Блокнот с надписью Стелла на обложке. Так, острый конец заточен. Ключ мира. Души, мои души. Почему я не могу открыть? Типа, у меня ж ключ есть. Не открывается. Окей. Так, давайте тогда к двум этим зайдем, да? Первое, к нему. Так, оставить... Ах ты ж, ё-моё. Ранить ключ, это имеется в виду убить? Ясненько, нет. Не, я как бы оставлю, да, сохранение одно. Давайте тогда вот так сделаем. И пойдем в последнюю дверь. Открыть. Можно, нельзя. Кролик. Заполнен большим количеством твоей одежды. Это дневник, да, наш? Бог сотворил мир за 6 дней. Люди забрали, и мир рассыпался. Тогда Бог создал мир из 200 миллионов дней. Мой блокнот. На самом деле тебе не нужно туда идти. Я надеюсь, я смогу остаться со всеми навсегда. Пока у меня есть все вы, мне не нужны никакие другие друзья. Алан, хочешь поиграть? Я знаю, мы раньше играли, но мы еще не играли в салочки, если во что-нибудь такое. Давай поиграем. Ух, ну учитель разозлится. Подожди, нет, я думаю. Рик? Он спит. Если бы я только могла поиграть с Риком тоже. Холодно. Мне не нравится это, но все же нравится, потому что снег красивый. Накопится ли он в этом году? В прошлом году мы все вместе устроили сражение с снежками. Но учитель ужасно уклонялся, и это плохо... И плохо бил в ответ. Это было действительно забавно. Так, мы еще... Так, это было все, значит, можно идти отсюда. Ох, Алан, привет! Хорошая погода! Солнце все еще было ласковым и теплым, когда ты прибыл, Алан, но уже становится так холодно. Помогает обниматься с моими плюшевыми медведями и так греться. Хочешь позаимствовать одного? Хи-хи. Что мы будем делать, когда придет весна? Мне нравится лето, это то время, когда растут мои любимые цветы.
Я посадил их в саду. Учитель принес мне несколько семян. Они прорастут и дадут почву, и расцветут так чудесно. О, Халан, привет. Да-да-да, все, тогда можно отсюда идти. Алан, тебе холодно? Все, что у тебя есть, это пиджак. Если тебе не так жарко, ты можешь взять мой. О, ну, учитель теплый, хороший и большой. Если тебе интересно, почему тебе не тащить его, пока он спит? Хотя нельзя сказать, что случится после этого. Тебе холодно, бла-бла-бла, это было. Тебе холодно, бла-бла-бла, это было. Бла-бла-бла. Так, там что-то было новое. Так, учитель есть кровать в его комнате, но он всегда спит на диване в библиотеке. Он простудится раз, и ничего нет, кроме пиджака. Так что я положу ему туда кучу лягушек. Может быть, недостаточно? И лягушки маленькие. Хи-хи-хи. Эй, Аллен, помоги мне. Не смотри на меня так. Я просто Джош. Джош Чун. Хотя, конечно, холодно. Добрый день. Я слышал о том, что животные зарываются в землю и говорят спокойной ночи, когда холодно. Но люди не могут закопаться в землю, пока не умрут. Это странно. Интересно, холодно ли, когда ты уже мертвый? Правда? Мне самое интересно. Некоторый мир так нравится, некоторые мирный и тихий. Да, я люблю, когда идет снег. Так, окей. А ты кто? Я иногда прихожу, чтобы взглянуть на... Но в конечном итоге он пошел сам делать всю уборку. Готовить еду и тому подобное. А, прости, вы дети тоже помогаете, не так ли? А я ничего не делаю. Когда мы были в колледже, он никогда ничего не убирал. Он бы все разбросал, оставив свечу гореть. И в конце концов просто уснул бы в комнате для подготовки. Говоришь, он сейчас не такой уж изменился? Ах, он никогда не учится. Но он хороший парень, очень странный, но если я что и могу сказать, это то, что мой учитель хороший парень. Я работаю в больнице, но мне веселее играть с вами, ребятам. Ха-ха, это работа для тебя. Это заставит почувствовать больше удовольствия от игры. Разве вы, ребята, любите играть? Потому что вы не любите учиться. Просто не дави на него слишком сильно. Он всегда отсиживается в лаборатории. Держу пари, он годами не тренировался. Я мог бы победить его в пеших гонке даже прогулочным шагом. Просто шучу, не сердись. Телефон. Так, это комната учителя, да? Здесь написано контактная информация обо всех детях. А ну? Заперто. Все везде заперто. Библиотека. Так, сюда рано. Или поздно. Я не знаю, что это за комната. Комната 101. Заперта. 101. В комнате мы это еще не были. Скорее всего, это лаборатория. Не открывается. Это шкаф учителя. Если ты хочешь поиграть, давай сделаем это завтра. Я уверен, что ты тоже устал, не так ли, Алиса? Спокойной ночи. Открыть.
Окей. Что? Что-то на моем лице? Ты уже узнала, где это, не так ли? О, ключ от следующей комнаты. Тебе нужен ключ? Ладно, не мог бы ты принести мою ленту. Было бы неплохо красную. Я дам тебе ключ для этого. Так, перевая ручка. О, прости, я задумался. Не хочешь сыграть в небольшую игру? Мне скучно. Конечно. Я рада. Просто имитируй звуки тех животных, которые я тебе говорю. Нет, нет, это не стыдно. Только я одна смотрю. Хорошо, поехали. Я скажу это один раз. Кошка, собака, лягушка. Кошка, собака, лягушка. Мяу. Гав. Ва. Правильно. Но есть еще. Корова, кошка, лягушка, кошка, свинья. Корова, кошка, лягушка, кошка, свинья. Ой, мя. Корова, кошка, лягушка. Корова. Кошка. Лягушка, кошка, свинья. Правильно. Ты довольно хорошо это изобразил. Боже, мне действительно понравилось это. Хорошо, держи это. Получен гамаши. Вязаные гамаши. Давай когда-нибудь снова поиграем. Так, мне дали ключ от соседней, да, получается, от этой. О, у тебя есть кое-что хорошее. Не мог бы ты дать мне это? Просто, ну, просто так холодно. Он имеет в виду галоши? Спасибо тебе. Ах, так тепло. Могу я еще кое-что попросить тебя? Я хочу немного теплого супа. Все ингредиенты на кухне. О, да. И я хочу его подогретым. Так как осталось просто немного овощей. Спасибо заранее. Аля, ты наглый. Мяу. 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 Что? Квырь-квырь. Круть-верть. Различные книги. Ар, я не знаю ответ. И даже ручки нет. Мне нужно найти чуваку ручку. Кофе. Так, грибы взять. Получены овощи в корзине, кусочек бумаги. Получен кусочек бумаги из библиотеки. Плохие должны быть XX, тогда все будет счастливы. Так сказать, сказал кот, с чего бы их. И кот действительно сказал это. Я даже не знаю, что это наверняка. Просто их. Ах, я хочу спать. Спокойной ночи. Пусто, пусто, пусто. Кухонный стол. Приятно пахнет кастрюля. Варить овощи. А теперь что? Продолжить варить. А теперь что? Еще немного. Овощи разварились. Ты оставил испорченный суп в углу. Варить овощи. Овощи жесткие. Ты оставил испорченный суп в углу. Варить овощи. Продолжить варить. Забыть об этом. Удачный суп. Получен суп. Так, ручка. Кстати, туда я мог проходить. Заперто, окей. Там у нас прохода нет. Так, что ты вообще делаешь? А, ты сделал мне суп, как прекрасно. У этого супа нет никакого аромата. Нет, все хорошо, он согрел меня. В качестве благодарности... О, да, это... Получена ручка. А, отлично. Я просто купила новую ручку, так что это мне не нужно больше. Так, ручка нужна тебе, да? Ты! У тебя есть ручка? Фух, слава богу. Нет, я... не слава богу. Ведь я не могу понять эту задачу.
не то, чтобы я должен решить это. Это бы угнетало, понимаешь? Это угнетает, понимаешь? Итак, существует один тип кошек. Они очень странные кошки. После 10 дней они беременеют. И еще после 8-10 у них рождаются котята. И еще через 10 дней они беременеют опять. Сначала у них 2 котенка, 1 мальчик, 2 девочки. Поровну. В следующий раз у них 4 котенка, потом 6. И котята через 40 дней становятся взрослыми, способны и к беременности. И у нас прямо здесь есть одна из этих странных кошек. Она белая, милая, пушистая. Если я буду держать ее у себя в течение 1 года, то сколько у меня будет в конце? Вот в чем вопрос. Не мог бы ты сказать мне, если поймешь это? Я тоже сделаю все, что смогу, чтобы понять это. Ну, если это кошка... Итак, существует этот тип кошек. Они очень странные кошки. 10 дней они беременны. После 80 у них рождаются котята. Так, слышит, а считай долго. О, скажи мне, скажи. 1. Подожди-ка, секундочку. Ох, ты прав. Что? Только 1? Почему? Подожди. Я вообще взял, что если это кот. Я хотел сначала нолик нажать, но я нажал на буковку ее. Да. Немного клавиатуру перепутал. Ништяк. А зачиталось, значит, скорее всего, только считается этот код, так? А, верно. Она не забеременела бы без партнера. А, я как-то чувствую себя разочарованным. По большому счету, самом себе. А, значит, она просто без партнера. Нет, все хорошо, спасибо тебе. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Ну и я бы хотел вознаградить тебе, как насчет этого? Хочешь это? Все абсолютно нормально. Ты можешь взять это, если хочешь. Получена красная лента. О, да. Повяжешь ее? Стоит ли мне завязать ее для тебя? Просто шучу. Я знаю, что моя старшая сестра попросила тебя об этом. Совсем как посыльный, не так ли? Да. Если ты все знал, зачем ты так поступил? Держи. Давай снова поиграем как-нибудь. Подожди, ты тогда просила? О, замечательно, ты принес 1. Спасибо, сразу же теряю свои ленты. Здесь ключ, как я и обещала. Получен ключ от коридора. У меня больше ничего нет для тебя. Это, ты хочешь это? Он не очень то полезное для заметок. Моя ручка не пишет на нем. Страница из блокнота. Жуки все летают. Летали вокруг меня. Я шел по земле. Тул заговорил. Я удивился. Кот увидел это и засмеялся, как дурак. Все стало странным, когда открыл ту дверь. Но я знаю, что именно странное. Я. Или этот мир. О, я просто не хочу знать. Я не знаю ничего. Так, думаю, мне нужно сохраниться теперь. И у нас теперь есть от коридора. А тут что у нас было? Кухня была. Учитель. Так, давайте я здесь на этом моменте сохранюсь. Кто? Нет, тебе не нужно говорить это, потому что я тоже не буду. Ты потерялся? Понятно. Ну так, я тоже. Я обыскал все это место. Но не смог найти это. Ты не возражаешь, если я пойду с тобой? Отлично, спасибо. Может быть, с кем-то еще я смогу найти что-то другое. Нам нужно снова позаимствовать ключ от коридора. Пойдем к директору. Я? Ну ладно. Зови меня как хочешь. Я ненавижу мое имя. В любом случае, приятно познакомиться. Заперто.
Здесь большинство дверей и коридоров закрыты. Может быть, если мы попросим директора, мы можем позаимствовать ключ? Комната директора дальше справа. Мой ключ только для выхода отсюда. И это мой ключ мира. Так что мы не можем использовать его. Окей. Тык, тык, тык. Так, библиотека, что это у нас? Календарь. Какой день недели ты родился? Ты не знаешь? Ну тогда скажи мне дату. Воскресенье? Священный день отдохновения. Великолепно. Я родился в среду. Не так много людей верят в такого рода вещи, но я верю. Ха-ха. Возможно, это берет начало в семье, учитывая мои маму и папу. Сейчас я чихну. Ой, боже, все. Так, книга «Матушка Гусыня». Понедельник, кто рожден, будет с праведным лицом. Кто во вторник появился, благодать нагородился. Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полон. Ну, на четверг кто попадет, очень далеко пойдет. Тот, кто в пятницу родился, на любовь не поскупится. Кто в субботу попадет, жизнь того в борьбе пройдет. А рождением воскресенья радость, счастье и веселье. Три ничего. Осколков я тоже вижу, ничего, да, нету? А, будь осторожней, это... Она треснула, это... Прости, моя ручка холодная, не так ли? Рука. Уверен, это потому, что я не знаю тепла. Ты такой добрый. Сейчас, я понимаю, только сейчас. Слишком поздно. Твои руки теплые. Добрый день. Господин директор, мне бы хотелось пойти в среднюю комнату. Могу я позаимствовать ключ? Разве вы не позаимствовали его ранее? Я имею в виду, все нормально. Все нормально. Но убедитесь, что вернете его. А? Но только если вы сможете решить мою загадку. Если бы было три меня, я бы мог съесть три яблока за 3 минуты. Если было бы 100 яблок и 100 меня, за сколько бы минут я съел их? Бы минут я съел их. 7. Решите ее, и я дам вам ключ. Но у вас только 3 попытки. Господин директор, только 3, не более, не меньше. Скажи мне, когда получишь ответ? Ох, он внезапно стал странным. Хотя я знаю почему. Хорошо, тщательно обдумай это. Я не тот, кто должен отвечать. Ты думаешь над этим. Если было бы 3 меня, я бы смог съесть 3 яблока за 3 минуты. Если было бы 100, только 3 попытки, хорошо. Том. Неправильно, очень плохо, еще 2 попытки. Посмотри, сколько займет у одного человека съесть 1 яблоко. Подумай над этим. Но если так подумать, 1 минута, по сути, но он просто сказал 3 минуты займет. А, всего он имеет в виду. Неправильно. Очень плохо, еще 1 попытка. Сколько займет у 1 человека? Есть 1 яблоко. Если было бы 3 меня. 3. Я бы смог съесть 3 яблока за 3 минуты. Если было бы 100 яблок и 100 меня. За сколько бы минут я съел их всем? Сложно. Кто не выходит? 1 не выходит, если на 1 человека. Давай 0.
Я никогда не открою эту дверь снова. Ох, черт. Слишком сложно. Если было три меня, я бы смог съесть три яблока за 3 минуты. Меня, яблоки, минуты. Если было бы 100 яблок и 100 меня, сколько бы минут я съел их все? Подожди, их всех. То есть тут имеется в виду яблок и у меня? Давай 200. Ну, я посчитал, сколько займет, алло. Посмотри, сколько займет у одного человека съесть одно яблоко. Минуту. Смотри, если бы его было бы трое, да? Он бы смог съесть 3 яблока. За 3 минуты. 3 минуты, 3 яблока. То есть, одно яблоко он съедал бы в минуту. Одним из своих. Его 100. 100 яблок и 100 его. За сколько бы минут я съел их все? По идее 100. 100 не работает. Одна тоже не работает. 0 тоже не работает. Хотя... Минут. 1:30, 130. Давайте сделаем, знаете как, 100 яблок. Так, это у нас минута 40, да? Ну, пускай он съест их все за 10 минут. Окей, неправильно. Боже мой. Ну как, ну откуда я знаю? 50 давай. Посмотри, сколько займет у одного человека съесть одно яблоко. Подумай над этим. Если было бы 3 меня, я бы смог съесть 3 яблока. Да, 3 минуты. Это имеется в виду, один человек мог бы съесть, да? Или 3 тебя. За 3 минуты. На 100 яблок и 100 меня. За 100 минут я бы смог съесть. За 1 минуту бы съел 1 человек. Я не знаю. За 2 я писал. Давай за 2. Хорошо. Окей. Давайте сделаем, знаете, тогда как. Я пытаюсь последний раз. Пишем 20. Неправильно. Я юзаю, короче, интернет и смотрю ответ. Короче, я посмотрел, и там ответ 3 у нас. Правильно. Хорошо, проверь дальний правый книжный шкаф. Вы должны слушать, что подсказывает сердце. Если не станете, ваше сердце восстанет против вас. Правый верхний. Держись, застрял маленький кусочек газеты. Вопрос второй. У трех меня займет 3 минуты съесть 3 яблока. Теперь какое минимальное количество меня съест 100 яблок за 100 минут? У нас было 3. Да?
Наедливость сердца. У нас нет времени на это. Оставляю это на тебя. Если присмотреться, есть другая бумажка. Получен кусочек страницы с блокнота. Муравей сказал мне, что лягушка плохая. Лягушка сказала мне, что кошка плохая. Кошка сказала мне, нет, кролик хуже их всех. Так что я? Их. Вопрос второй у трех меня займет 3 минуты съесть 3 яблока. Теперь какое минимальное количество меня есть съест это яблоко? 100 яблок. Если в первом у нас случае было 3, да, тебе? Ну, 3. 3 минуты, значит, логично будет прибавлять дальше. То есть у нас либо, ну, либо в уменьшение идти. Давайте, ну хотя давайте, ладно, 3 попробуем. У одного человека займет 3 минуты съесть одно яблоко. А, ну тогда и займет 6 минут съесть 6. 9 минут съесть 9. Итак. Что насчет твоих подсчетов? Это звучит знакомо? Да, ну конечно, они никому бы и не... Чего не пона, кроме меня. А, ну, если так посчитать, он имеет в виду только 3 человек, значит, только 4. Ключ, да? Вот он. Получен ключ от средней комнаты. Хорошо, мы сделали это. Это удивило меня. Нет, ничего. Наконец-то, наконец-то... Вот у нас занавеса тайн. Бля. Холодный. Он? Да, он был замечательным парнем. Правда? Я говорила ему, что собираюсь навести его завтра. Навести его. Ну, кажется, он был обеспокоен. Меня даже не волнует этот парень. Тот парень. Меня больше беспокоит, что я не смогу играть на улице, пока это не будет улажено. Он был мертв, когда я зашел сюда. И мне так страшно. Кто первым нашел его? Человек рядом со мной? Но он не говорил ни слова. Это выглядит сложным. Спокойно, спокойно. Много трудных слов и графитов. Это мое. Возможно, для тебя это еще слишком. Я провел все виды исследований. Это было давным-давно. Мне хватило за это. Меня хвалили за это. И я даже получил награды. Я больше этим не занимаюсь. Нет, не совсем, потому что я устал от этого. И, ну, полагаю, это тоже правда. Мне очень хорошо среди большого количества людей. Он действительно белый не смог быть менее, еще менее подходящим для меня. Ладно. Берем в разгон 3, последнюю оставляем. Заперто. А ты у нас что? Похоже, этот человек знает что-то. Простите, не могли бы мы поговорить, а? Кажется, он глухой. Ты знаешь язык жестов? Понятно, это проблема. Как еще мы можем поговорить с кем-то, кто не слышит? Ну, у нас здесь бумага, смотри. Так, это мое, это не важно. Мне нужны чернила. Так, переворучка. Она не горит. Похоже, этот человек не знает, и знаешь язык, понятно. Я могу отсюда выбраться. Пойдемте тогда к мужику-писателю. Только где он был? Теперь возвращайтесь к писательству. О, я пишу роман. Но ребенок, который приходил сюда недавно, действительно хороший писатель. Он еще слишком маленький. Как он может так много писать? Он должен был рано начать. Где наш писатель? Так, стоять. Вот здесь, кажется, писатель, да? Ясно, с бумагой и ручкой. Полагаю, мы можем писать всякое другое другу. О, что такое? Ручка, конечно.
Она мне не нужна больше. У меня нет никакой бумаги. Она может быть у одной из моих сестер. Ох, что делать? Давайте возьмем бумагу где-нибудь еще. Бумага здесь была, у этой. Давай снова поиграем когда-нибудь. Что такое? Я занята. Пожалуйста, не мог бы ты меня не беспокоить? А, ты тогда? Бумага? Да, конечно, у меня есть только эта пищая бумага. О боже, это ты. Знаешь, я с нетерпением жду, когда ты будешь заканчивать твою книгу. Опять это? О, ладно, спасибо тебе огромное. Дох. Ты не говорил, что ты писатель. Так, пипец, уже время прошло. А мы еще не закончили сон. Держи. Ты знаешь что-нибудь о том, что здесь происходит? Это не тот язык, на котором они здесь разговаривают. В порядке. Ты знаешь только один язык, верно? Да, я никогда... Да, не учил тебя. Слишком рано вам, детям, такое учить. Я пытаюсь... Дай мне немного времени. Хорошо, вот и все. Здесь был детектив, который говорил с каждым человеком. Но внезапно погас свет, и ему перерезали горло. Кажется, он плохо слышал. До того, как он умер, было 5 человек в комнате, они сейчас здесь. Мы называем их А, Б, С, Д и Е. Их спросили, что они делали до этого убийства. А, И. Я здесь немного посчитал, потом вдруг потемнел и задремал. Я не знал, что он умер, пока не проснулся. Его убили, правда? Хотя он и был плохим парнем. Чтобы так вот зарезали его. Я хочу поиграть снаружи. Я хочу поиграть снаружи. Я был здесь ради нескольких инструментов. Я ничего о нем не знаю. Спокойно. Я не могу поверить, что его здесь зарезали. Это тип отпечатки и ног большие. Так что это должен был быть мужчина. Да, я был здесь на... Но сразу же ушел. Еще даже не было здесь. Его еще даже не было здесь. Я знаю ответ. Но ты должен ответить на этом. Должен быть кто-то, кто кривит душой. Есть 2 преступника. Удачи. Я скорее тоже знаю, кто это. Он был мертв, когда я зашел сюда. И мне так страшно. Меня даже не волнует этот парень. Мне больше... Блин, знаете, кто, наверное? Ну, этот, ну, блин, библиотеку, камон, здесь читают. Его убили, правда? Типа, он удивлен, значит, скорее всего, этот лжет. Поиграть снаружи. Спокойно, я не могу, типа, он... Скорее всего, вот это тоже подозреваемая. Потому что, типа, это точно не я сделал, потому что отпечатки же больших ног. Это должен быть мужчина. Понятно, напиши 2 подозреваемых. Б и Д. Верно. И объяснил это. И он, похоже, понял. А теперь все должно быть хорошо. Убить человека — какая ужасная вещь. Пойдем. Да? Идешь? Да. Так, сохранить. Это кровать, да? Полка с книгами. Здесь роман. Странная книга, не так ли? Но множество людей прочитали ее. Я написал ее. Но имя здесь моего друга. Да, я ненавижу. Я знаю, что говорил тебе это снова и снова. Имя само по себе замечательное, мой учитель дал его мне. Но я ненавижу себя как так сильно, что не могу жить с этим именем. Бывает. Надпись стерлась, нечитаемая. Это то место, где мы расстаемся. Это мой мир, эта дверь ведет в мир моего настоящего я. Он очень крошенный и все еще ограненный.
Открыто? Почему все прошло к этому? Ты умный, так что, возможно, ты знаешь. Если ты знаешь ответ, скажи мне, Алан. Что происходит? Получен осколок X. Мама, папа, я должен идти. Я понял, что сейчас произошло. Вещи, мы все осколки собрали, скорее всего, он начал вспоминать. Различные книги. Различные. Заперто. Где-то что-то отличается. Ну, это одни и те же полки. И что мне делать? Читать. Я купил дом. Ну, раньше это было учреждение. Он слишком большой для меня. Я мог легко потеряться здесь. Я снова в долгу перед Клиффом. Мне следует поблагодарить его позже. Сегодня я встретился с девушкой. Несколько дней назад ее нашли около дома, который сгорел, и похоже, что это она, дочь того семейства. Она настаивала на том, что есть кто-то, кроме нее. Похоже, у нее есть другая личность. Так что я дал ей двойной комплект мебели и всего такого. Я не был уверен в том, что делать. Но в любом случае, я так нашел объект исследований. Она сейчас под моей опекой. На данный момент нет симптомов. Я встретился со второй девочкой. Я получил 3 дня назад письмо, в котором было все сведения. Возможно, из-за того, что она прошла она намного менее жизнерадостная, она неохотно говорит со мной. Ей нравится разговаривать с другой девочкой, хотя и не очень долго. Может быть, медленно, но я пытался заставить ее говорить со мной. На данный момент нет симптомов. Третий, я встретился с мальчиком. Я был удивлен, но, учитывая его мать, я решил взять его. Он говорил мне много, но он нелогичен. Ему было немного неудобно с двумя девочками, но несколькими днями позже он играл вместе. Сегодня он все подкладывает лягушки мне на голову. Он немного озорной. На данный момент нет симптомов. Я встретился с четвертой девочкой. Она гуляла около города в лесу. Я заговорил с ней, и она рассказала мне о новой таинственной болезни. Очевидно, она уничтожила ее город. Была ли у нее сопротивляемость к ней? Немного интересно, но это не имело отношения к делу. Она не хотела много говорить об этом. Типа, у нее был инфект, ну как, город заболел инфекцией, у нее было сопротивление. Допустим, окей. Тяжело разговаривать с ней. Она не говорит с другими девочками, только играет на пианино в своей комнате. На данный момент нет симптомов. У всех детей есть возможность сломаться, но еще нет симптомов. Но даже если есть симптомы, как все произошло тогда? У меня начинается болеть голова. Остановлюсь на сегодня. Несколько страниц вырезали. Так, я встретился с пятым ребенком. Он был снаружи, когда произошел инцидент. Он говорил, что шок вызвал потерю памяти. С первого взгляда я был поражен. Это только догадки, но он должен быть на грани. Я очень внимательно наблюдал за ним. С тех пор прошло 2 сезона. Что я делал? Я чувствую, будто моя грудь горит. Я снова вижу эту сцену в моей голове. Это должно означать «да, очень скоро». Это скоро должно закончиться. Моя голова болит. Прости, Фиона. Сзади есть клочок бумаги. Получен кусок страницы. Когда я пришел, это был мой обычный мир. Она сегодня еще спит. Я множество людей, но я никогда не был. Почему так? А я должен был больше. Но не осталось плохих людей. Только хорошие люди вокруг меня. Год говорит, что только плохие люди могут
Что правда, я не знаю, я ничего не знаю. Я просто продолжаю пытаться людей, и так сам смогу быть. Отлично. Сохранить. Пипец уже время, а мы никак продвинуться так сильно не можем. Учитель. Аллен? Если ты здесь, тогда нет. А то нельзя верить. Ты действительно знаток в нарушении обещаний. Это порядком беспокоит. Тот ключ. Он выглядит острым. Отдай его учителю, хорошо? Сейчас же, сейчас. Отдайте ему ключ. Хороший мальчик. Это даже не больно. Теперь он может закончиться. Этот ужасный сон. Да, это конец. Слушаешь мою историю? Это не мой первый раз в мире. Я был здесь раньше. Синдром кошмара. Как заядлый читатель, я уверен, ты слышал об этом хотя бы один раз. Это болезнь, которая не дает проснуться и забирает души. Говорят, причина неизвестна, но я верю, что она появилась у детей, чьи сердца во тьме. Ты заметил? Я забираю несчастных детей, которые некуда было идти. Помогал им и позволил им жить со мной. Но тайно я наблюдал и изучал их как детей, у которых могло бы появляться болезнь. Я должен быть тебе расстроил. Прости. Я хочу разрушить этот мир и эти сны, чего бы мне этого не стоило. Я потерял как кое-кого важного для меня. Прямо перед своими глазами в этом мире. С тех пор я думал ни о чем не больше. Это был мой эгоизм. Так что, когда ты пришел, я был очень удивлен. Возможно, потому что ты напоминаешь мне тогдашнего себя. Если я сделаю тебя несчастным, думал я, у тебя бы появился она. Но я не смог это сделать. Вскоре моя дверь открылась, мне следовало пойти одному. Также забрали оставшийся из вас, а вход в результате стал больше. Я пробовал разные вещи, но ничего не сработало. Аллен, хотя ты открыл дверь, ты действительно не сделал ничего плохого. Это все моя ошибка. Ну-ну-ну, все хорошо. Это мой сон, мой мир. Я стал слишком слабым. Прежде чем я понял это, я увяз сильнее. С чем мог бы справиться? Так что я должен закончить это, и ради нее тоже. Я не очень умный. Она часто говорила мне так. Я долго проводил исследования, но думал, это все было напрасно. Возьми это. Получено медальон. Я не смог бы дать тебе то, что ты хотел больше всего, потому что я никогда не давал это. Я даже не знаю, как это. Прости. Если у тебя ничего нет, тогда ты должен сделать что-то. Вокруг тебя прекрасные друзья. Просто потихоньку делай это. Ты умный, Аллен. Так что с тобой все будет в порядке. Верно. Якобы я взрослый, поэтому они не съедят меня. Я понял кое-что. Если номер человека по имени Клифф на моей столе, скажи мое имя, и он придет помочь тебе. Клифф? Это и твое настоящее имя? Он мой один единственный друг. Он очень добрый. Все будет хорошо. Пожалуйста, забудь обо мне. Тогда никогда не придется приходить сюда снова. Спокойной ночи, Аллен. Получен кусочек страницы с блокнота. Почему я был? Я думал, я тогда буду. Но я попросту не могу быть. Потому что я не знаю, как. Что мне теперь делать? Я все потерял. У меня ничего нет. Ох, я-то хочу спать. Меня. Кто-нибудь, пожалуйста, меня. Ну, зончик, да? Окей, сохранить.
заполнен большим количеством одежды. И что дальше? Давно никто не хочет разговаривать, окей. Так, кстати, а где у нас что было? Вот эта комната, да, кажется? Не отвечает. Посмотрите ему в лицо. Учитель. Какой ночи, учитель. Все. Графика карт базовая. УПО. Походу, ребята, это конец. Ну, знаете, типа такая новелла, считайте, игра, да? Ну, типа у нас в основном здесь сюжетная линия. Ничего такого сложного. Да, тут есть смерти. Сколько? 8 штук, считай. Библиотека звуков из классического музыки. Из классической музыки, да, в принципе, это классическая музыка, пианино. Ну, давайте так смотрим до конца и тогда закончим. Скорее всего, здесь есть еще другие концовки, так как мы могли ключом ранить кого-то из тех ребят. Но мы этого не сделали, также мы могли ключ не отдавать учителю, несмотря что это могло бы привести к чему. Но это мы узнаем, ребята, в следующей серии. Да, скорее всего, в следующей серии мы посмотрим остальные концовки, если будут варианты. Если что, я зайду в старые сохранения, да, и там посмотрю. Скрипты Акатухайт. И каши. Акатухиайт и каши. Все. Кажется, подходит к концу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, ребят. Спокойной ночи. Мы получили концовку. Ну, что, тогда давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.